На этой встрече с главой округа в феврале прошлого года в Нахабино жители деревни Козино подняли давно волнующую их проблему. Котельная, обслуживающая дома на совхозной, перестала исправно выполнять стоящую перед ней задачу. «Без тепла не оставим», – пообещала Эльмира Хаймурзина. Временно в деревне был установлен мобильный пункт подачи тепла и горячей воды. А теперь завершается и строительство нового. Работы ведутся на средства областного бюджета в рамках инвест-программы. Мы совместно с администрацией округа провели все закупочные процедуры. Был выбран подрядчик для монтажа ее непосредственной обвязки. Сейчас вот он свои работы все уже заканчивает. Они практически в финишной стадии. На данный момент ведутся работы по подключению к сетям теплоснабжения, ливневым сетям и холодного водоснабжения, также по газу ее подключение и по электричеству. Запустить автоматизированную газовую котельную планируют уже в декабре. Обслуживать она будет 11 жилых домов, детский сад, пожарное депо и 2 магазина. Заданных мощностей хватит, говорят в теплосети, и увеличивать их нет необходимости. Многоэтажная жилая застройка здесь не планируется. Временная мобильная котельная будет демонтирована сразу после успешного старта работы новой.